Так. Непонятно, что горит то ли поле, то ли дома уже гореть начали. Это все результат того, что люди жгут траву, скорее всего. Там огромное количество было сухой травы, сухого борщевика. И вот видно, что огонь приближается к деревне, к деревянным зданиям. И, возможно, даже будет... Ой, боже мой, какой кошмар. Вот отсюда больше видно. Видно. Да, видишь, там огонь уже горит. Пожарные ответили, что в курсе. Пожарные сказали, что в курсе. Будем ждать, когда все-таки начнут тушить пожар, потому что уже огонь. По-моему, везде. Просто кошмар, не кошмар.